Вопрос в том, что там было на самом деле. Мы рылись в мусоре, голодали. После того, как нас спасли, все потеряло смысл. Не могу представить, через что вам пришлось пройти. Брось сейчас же! Он ядовитый. Насколько ядовитый? Убьют или отправят в трип? Чего хочет человек, пославший эту открытку? Это точно угроза. Кажется, кто-то заговорил. Если под нас копают, нам конец. Я знаю, я не похожа на человека, которого нужно бояться. Но это заблуждение.